Nord Impianti. Nord Impianti предлагает технологии будущего уже сегодня. Уже более 30 лет компания специализируется на развитии и изготовлении широкого спектра устройств и систем для производства преднапряженных железобетонных изделий. Благодаря постоянному использованию инновационных технологий и активной работе высокопрофессиональной команды технических специалистов, Nord Impianti широко представлена в промышленном и экономическом рынке Европы и развивающихся стран. Компания активно инвестирует средства в исследования и дальнейшее широкое применение новых технологий. Nord Impianti стремится удовлетворить все потребности все более квалифицированного и требовательного клиента. А теперь давайте посмотрим, какие установки Nord Impianti предлагает для производства преднапряженных железобетонных изделий. Очистка и смазка. Первым шагом в производственном цикле является очистка и смазка производственных дорожек, на которых может оставаться бетон и вода от предыдущей укладки. Установка для очистки производственных дорожек с заглаживающим устройством и аспиратором для бетона удаляет и всасывает бетонную крошку и воду, одновременно нанося на производственную дорожку слой антиадгезионного масла. Раскладка арматуры. Стальные тросы подаются из бункера хранения стального троса, и оператор фиксирует их с помощью анкеров для троса на опорной балке. Тележка для раскладки арматуры быстро протягивает стальные тросы и размещает их на производственной дорожке. Натяжение. Анкер натяжения будет расположен около цилиндров, которые осуществляют натяжение тросов. Гидравлическое устройство группового натяжения позволяет быстро натягивать одновременно все тросы в автономной форме. В зависимости от размера производственной дорожки, опорная балка перемещается на необходимую длину. Затем она блокируется на опорной балке, размещенной в начале производственной дорожки. Важным аспектом при производстве преднапряженных изделий является БСУ. Его главное назначение – подготовить однородную смесь песка, гравия, цемента и воды постоянной влажности. Ряд зондов, расположенных в бункерах и в бетоносмесителе, постоянно контролируют влажность инертов, в то время как компьютерная система управления позволяет менять параметры дозировки различных элементов так, чтобы бетон соответствовал норме. После приготовления бетон может быть доставлен различными способами – от бункера, прикрепленного к мостовому крану, до полностью автоматической системы распределения бетона при помощи портального крана. Теперь можно использовать формовочную машину, которая производит изделия бетона – самый важный момент всего производственного цикла. Слип-формер. Благодаря постоянным научным исследованиям, собственная техническая команда разработала слип-формер Nord Impianti, который имеет уникальные характеристики надежности и гибкости. Бетон, произведенный на БСУ, будет загружен затем в подающий бункер слип-формера. Машина, благодаря электрогидравлическому устройству, двигается вдоль производственной дорожки и одновременно осуществляет дозировку, вибрацию, прессование и окончательную формовку. Бетон подается из главного бункера во второй бункер и осуществляется вибрация и прессование формообразующей вставки. Научные исследования и разработки в этой области являются для нас приоритетными. Одним из важнейших результатов этих исследований является возможность поменять формообразующие вставки для производства элементов различной высоты, от преднапряженных стоек до больших пустотных плит высотой до 1 метра.
снятие напряжения. С остальных тросов снимается напряжение в один прием с помощью такой же установки, в которой осуществляется натяжение. Теперь можно сказать, что изделие преднапряженное. Резка изделий. На поиск наиболее высокого производственного качества Nord Impianti постоянно совершенствует эту важную фазу производства. Режущее оборудование – это результат удачного сочетания механики и электроники. Автоматическое управление резки – от позиционирования установки до резки. Программа является очень простой, и режущая пила легко может работать, перемещаясь по всей производственной дорожке, не нуждаясь при этом в постоянном контроле оператора. Безопасность, точность и скорость резки – вот отличительные особенности этой установки, которая в зависимости от версии, выбранной клиентом, может использоваться вместе с маркировочной машиной для маркировки изделий. Маркировка изделий. Маркировочная установка Nord Impianti накладывает печать на продукцию в требуемом положении до резательного цикла, автоматическая версия, или одновременно маркирует и пилит продукцию. Подъем и складирование элементов. Заключительной частью производства является складирование готовых изделий. Характеристики транспортировочной установки – гибкость и эффективность. В минимальное время самые разнообразные изделия перемещены и складированы без использования мостовых кранов или другого специального оборудования. Гибкость, передовая технология и обслуживание клиента – вот мир Nord Impianti, полный возможностей для тех, кто готов ими воспользоваться.